Приветствую всех на канале Game Portal 42. Сегодня мы будем проходить всех боссов в игре Hawk Freedom Squadron в героическом режиме сложности, и все это мы будем проходить вместе с напарником. Сейчас мы начали играть в 10-ю миссию, и здесь у нас босс Doom, генерал Doom. Вместе с нами выпал рандомный напарник, тоже на самолете Секира. Тактика против этого босса, в принципе, ничего необычного. Летаем, уворачиваемся. И вот мы его быстренько раскромсали. Напомню, что я играю с двумя броботами. Первый бробот — это мушкетер, второй бробот — кракен. Они уже у меня оба прокачаны до такого уровня, когда дают воскрешение. То есть у меня на Секире есть две дополнительные жизни, можно так сказать. Если меня убивают, я могу воскреситься еще раз с 20% жизни. Играем на 20-й миссии, и против нас вылетает босс Красная Королева, а напарником нам выпал самолет Кусака. Кусака — это самый сильный самолет в игре пока что, насколько мне известно, но при этом у него меньше всех жизней. Ну, так обычно и происходит. Чем больше брони, тем меньше оружия, и чем больше оружия, тем меньше брони. Вместе с Кусакой мы быстро разделались с Красной Королевой. Ну, понятно, потому что Кусака очень мощный самолет, при этом он не сильно прокачан здесь. Был 33 уровня наш напарник. Переходим к 30 миссии. На 30 миссии против нас будет довольно редкий босс Молот. В напарнике нам выпал тоже Секира еще раз. Потом, по прохождении всех боссов, в этом видео мы сравним самый популярный самолет. Ну и я расставлю все по местам, по рейтингам. Какие самолеты самые популярные в напарниках мне выпадали, какие редкие. Все, в принципе, босс Молот повержен. Особо мы с ним не задерживались. Следующий парень, с которым мы столкнемся, на 40 уровне. Он мне очень понравился. И, как я уже знаю, во второй главе он будет ключевую роль вести. Это стилет. Стилет по-русски или рапир по-английски. Рапира, наверное, так будет правильно. Опять в напарнике нам выпал самолет Секира. Вдвоем мы сейчас его быстренько раскромсаем. Здесь тактика особенно ничего сложного против него не представляет. Главное, чтобы в конце, когда он разворачивается к вам своими соплами, успеть его убить до того, когда он начнет выпускать реактивные струи. Потому что если она попадет в самолет, то может его уничтожить с первого раза. Но мы как раз и успели его победить до того, как он выпустил стрелы реактивные. И пройдя в героическом режиме сложности эту миссию, мы получили новый самолет Шокер в свою коллекцию. Потом я его как-нибудь прокачаю, и мы с ним полетаем. А сейчас приступаем к прохождению миссии 50. Здесь будет полковник Крах. Он, насколько мне известно, единственный раз встречается в игре. По крайней мере, в первой главе он только один раз. И он погибает. Сейчас мы его убьем и с концами. Другие боссы, например, такие как Красная Королева, она встречается у нас за 12 миссий два раза, как босс десятки, да? Еще несколько раз как маленький босс на промежуточных миссиях с асами. А этот же полковник Рах только один раз здесь. Он довольно сложный босс,
Мне помогает с ним сражаться Кусака, и при этом он держится достаточно долго. То есть, если вы играете сами, другим самолетом, то этот босс может вызвать определенные трудности в прохождении. Так, мы его победили. Здесь нам дается новый самолет. Вспышка. Тоже добавляется к нам в коллекцию. Попозже мы с ним что-нибудь придумаем. Пока не знаю, о чем. Ну, а дальше миссия 60. И на 60-й миссии у нас будет новый... Нет, не новый босс. Мы с ним уже раньше виделись. Это молот. Он немножко прокачался. Бывают такие случаи, вот как сейчас, например, когда выбирается напарник, он, наверное, согласился со мной играть, но в какой-то последний момент отказался, или, может быть, у него интернет отошел, и получилось так, что он меня немного подставил, я играю сам. Напарник ко мне не попал, поэтому сейчас я воюю сам. И по этому боссу, молоту, что могу сказать, у него есть слабое место. Слабое место — это вот эти вот золотые диски. Можно не уничтожать его все пушки, которыми он стреляет. Главное уничтожить вот эту вот броню, по которой я сейчас стреляю. Когда там заканчиваются жизни, уничтожается корабль. И мы проходим эту миссию, 60-ю. За прохождение этой миссии нам дается новый самолет Пила. Он хорош тем, что он дает дополнительные очки при прохождении турнира. Это, например, будет очень важно, потому что в турнире можно заработать уникальный самолет, которого у меня пока нету. Я даже не знаю, когда он появится. Турнир очень сложный. Я не могу в него играть, далеко проходить. Ну, а тем временем мы уже играем на 70-й миссии. Против нас прилетает Красная Королева. А в напарнике нам попался самолет Мародер. У него способность электрический разряд, который самонаводящийся стреляет, как молния. Ну, интересно, я хотел его себе когда-то прокачать, но, может быть, прокачаю чуть попозже. На 70 уровне Красная Королева уже очень прокачанная, у меня мало жизней, у нее много всяких новых оружий добавлено. Сражаться с ней уже достаточно сложно, но мы побеждаем ее, благодаря нашим умелым геймерским рукам и напарнику тоже. Самолет Кусака 100 уровня. Ой, мародер, извиняюсь. За прохождение этой миссии нам дается самолет Катюша. И сейчас мы будем играть в 80-ю миссию. Мы уже сталкивались с этим боссом, который сейчас здесь будет. Раньше это был генерал Дум. Но после определенного сюжета в этой игре он для Атроксии раздобыл флот. И генерал Айронсайд повысил его до адмирала. Так как морской флот, понятно, что адмирал — это морское звание, звание морских войск. Теперь мы сражаемся с адмиралом Думом, хоть он и управляет самолетом. Странно, когда так получается. Адмирал, который управляет летающим кораблем. Нам помогает в битве с ним Кусака. Сейчас Адмирал Дум более-менее сложный, особенно вот эти большие диски. Если они вас цепляют, то забирают много жизни. А еще лазерный прицел, вот я от него уворачиваюсь как могу. Тоже, если он попадет, заберет много жизни. А клешни убивают сразу на повал. Вот сейчас я потерял одну жизнь. Напарника моего уже убили.
Я остался один, и сейчас, я думаю, смогу с ним разобраться. Вот, сейчас вторую жизнь потратил, вторую жизнь Бработа. Адмирал Дум повержен. Это уже довольно сложный противник. Сражаться с ним уже достаточно сложно. Все-таки 80 уровень, как-никак. Из-за прохождения 80 уровня на героическом режиме нам дают снайпера. Еще один самолет. И миссия 90. Здесь сейчас будет тоже уникальный босс, который встречается один раз среди всех боссов. Это Голстинг. Это наемник. Очень интересная стратегия у самолета, уникальная. Такой, наверное, больше и не было, и не будет. Ну, я не знаю, впереди еще три главы. Я пока прошел полностью первую. Помогает нам против него самолет-снайпер. Так, как раз тот, который дается за победу над Адмиралом Думом в героическом режиме сложности. Кто-то его уже сразу взял, сразу же прокачал и помогает мне разбираться с Голдстингом. Есть, он повержен. Ого, это был снайпер 240 уровня. Снайпер X уровня. Ну, понятно, почему мы так быстро его победили, хотя сам я долго не мог пройти этого босса. За победу над ним нам дали новый самолет. Призрак. Он очень хороший. Ну, хотя бы он очень живущий, вот что я могу сказать по этому самолету, он очень живущий. Сейчас мы на 100 уровне. И здесь мы будем сражаться против босса генерал Айронсайт. Он управляет летающей фабрикой, на которой производятся какие-то секретные разработки от Рокси. Этот уровень 100, он достаточно длинный. Здесь нужно именно умение выживания. Помогает нам в прохождении этого уровня самолет под названием Воробей. Это тот самолет, который дается в самом начале. Говорят, что когда этот самолет прокачивают дальше, он становится очень сильным. Не знаю, я этот самолет забросил. Я думаю, что и большинство людей потом забрасывают этот самолет все-таки. Якобы это первый самолет, и, наверное, думаю, что он слабый, раз он дается в самом начале. Ну, вот как показывают наблюдения мои, этот самолет достаточно крутой, когда его прокачаешь до следующих уровней. Так, дальше летим, воюем с базой. Здесь нужно выживание по максимуму, потому что все эти пушки, все эти турели, все стреляет, нужно уметь и уворачиваться, и броню крепкую иметь. В общем, достаточно сложный уровень, я его не с первого раза проходил. Сейчас, я думаю, мы выживаем только благодаря мощности самолета Воробей. Потому что он быстро разделывается с противниками. У него, я так смотрю, работы достаточно сильные. И еще у него скин аса. Это его берут либо те, кто играют очень много и зарабатывают его игровыми методами. Но на это нужно потратить много ресурсов. Либо те, кто донатят деньги. За это дается, ну, как бы скин, плюс повышается VIP-статус у игрока. Так, последние взрывы фабрики. И сотая миссия с генералом Айронсайдом подходит к завершению. Сейчас мы посмотрим подробнее, что это был за напарник такой у нас. Скорее всего, он X уровня. Ну да, голубой это X, скорее всего.
Со скином аса. Он очки еще дополнительные дает. В общем, за прохождение 100 уровня нам дается новый самолет Хаос. Ой, это вертолет. Я думал, тут одни только самолеты, но оказывается, еще встречаются и вертолеты. Переходим к 110 уровню. И на 110 уровне у нас будет босс Табель. Это инженер от Рокси, который создавал всех этих роботов. И якобы сейчас мы будем сражаться с самым мощным кораблем, который есть у Атроксии. Ну, получается, что это не корабль, а создатель дронов, что-то такое. Что-то, какая-то оса, которая выпускает постоянно, как матка какая-то, выпускает постоянно новые рои других самолетиков. Помогает нам прохождение этого босса самолет Райден. Достаточно редкий самолет, который дается, насколько мне известно, в специальных акциях, а не в миссиях, вот как другие самолеты. Табель повержен. Он был 200 уровня. Ранга ССС. Ну, достаточно круто. Ну, что достаточно круто? Очень круто, потому что у меня такого ранга еще нету. За прохождение табеля нам дали на героическом сложности новый самолет. И сейчас мы будем побеждать Автократа, самый мощный босс в игре, на героическом режиме сложности с напарником Райденом. Собственно, это последний босс, которого мы здесь пройдем. Все боссы главы первой власти Автократа. И я, наверное, пока подведу итоги по самым популярным самолетам, которые выпали нам в этом видео среди других игроков. Как я понял, самый популярный самолет в игре — это Секира. За 12 миссий один раз нам напарник не выпал, он отказался от боя. Получается, за 11 миссий самолет Секира у нас был 4 раза. Самолет Кусака был 2 раза. Райден был 2 раза, хоть он и под конец выпал. И один раз были мародер, один раз были снайпер и один раз был воробей. Вот такая вот статистика. Оказывается, я играю самым популярным самолетом в игре. Наверное, с этим нужно что-то делать, и я попробую следующее видео в главе 2, когда мы будем проходить миссии. Я, наверное, попробую проходить их разными самолетами, чтобы разнообразить как-то игру. Вот. Только мне для этого нужно подкопить ресурсов, чтобы их прокачать, чтобы их повысить. Ну, чтобы было легче проходить все-таки. Глава вторая должна быть сложнее, чем первая. Самолеты же остаются у нас. Вот. Мы тем временем подходим к финальной уже, наверное, части Автократа. А, я вспомнил. Нам здесь поможет Красная Королева. Она сейчас выбьет защитный экран, которым защищена база Автократа. Прошла его, пробила тараном. Но она выжила. Самолет ее тоже будет восстановлен. И в главе второй она перейдет на нашу сторону. Тоже станет доступно после прохождения босса 130 миссии, насколько мне известно.
Все, жизнь у него закончилась, и он падает на свою базу и взрывается вместе с ней. Все, игра пройдена, вернее, первая глава игры Hawk Freedom Squadron пройдена, боссы в героических режимах повержены. Дальше я пройду все звезды, просто ради интереса. И на этом видео буду заканчивать. Мы играли с Райденом ССС ранга. Дали нам за прохождение новый самолет Мститель. Спасибо за то, что смотрели этот ролик. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. Увидимся на канале Game Portal 42.